И да, ребята, у нас новая машина, лунный модуль. Посмотрите, наша у нас колбочка слетела, и мы полетели, смотрите, круто. Всем привет, ребятушки, вы на канале Никита ТВ Геймс. Ну что, мы должны с вами сегодня открыть новую тачку, это лунный модуль. У меня ее еще пока нету, но в этом инвенте луна. За третий сундучок нам надо набрать 200 вот этих жетончиков, нам дадут с вами этот лунный модуль. Так, я прохожу инвентик вот такой вот тачки, раллийное авто, ребята. У меня уже 193 жетончика, нам еще буквально 7 жетончиков, и мы откроем с вами этот сундучок и получим, смотрите, что здесь. Новая машинка, этот лунный модуль. Ну что, вступаем в инвент. Надеюсь, сейчас мы, ребята, с вами быстро пройдем оставшиеся здесь 2 уровня. Заберем с вами 7 пустующих жетончиков. И отправимся в поездку на лунный модуль. Так, какая? Исследуем немножко, что здесь надо делать на этой трассе примерно. Так, что собирать. Так, ну как мы все проехали, короче. Какая-то сложная, да, трасса? Ого. Сколько тут всяких трамплишек. Ну ладно, попробуем потом. Так, вроде понятно. Начинаем. Так, пробуем. Либо будем повторять другим участникам, как они проходят. Так. Надо нам наверх подняться, там собрать жетончики. Ну, сколько мы там, да, немножко вытянули. Так, аккуратненько. Так, давайте сальтушечку немножко покрутим. Наверное, сильно покрутили. Сильно? Да, сильно. Развивали этот уровень. Опа, давайте назад, тогда на него заедем. Попробуем в эту пещерку заехать. Вот туда, вот, да, попадем сейчас в пещерку, давайте. Там тем более есть топливка. Опачки, возьмем топливо, ребята. Да, взяли топливо, отлично. Еще пару монеток здесь взяли. И можно ехать дальше. Так, давайте сюда запрыгнем. Отсюда нам надо наверх. По-любому, да? Тихо, аккуратно, стояночка. Полетели сюда наверх. А здесь куда? Все, здесь надо на низ. Так, надо здесь проехать, выбирать. Жетончики, давайте немножко денежек. Так, мы собирали, хорошо. А здесь наверх заскочить не... Не получилось, ладно. Едем тогда вперед. А что, наверное, да, походу? Уровень закончился на этом. Значит, тогда просто вращаемся. Пока у нас есть топливо, можно попрощаться. Так, давайте еще здесь попрощаемся. Йо-хо-ау! Вращаемся, выкручиваем. Ну что, сколько? 486. Какое-то у нас место. Вау, неплохо, ребята. Смотрите, 11 место. 11 позиция. А, все баги берут. Ну-ка, давайте быстро. Вот немножко попробуем на баге. Побагить. Так, можно магнитик по-любому взять. Так, 29 секунд, попробуем. На баге что-нибудь. У меня баги, конечно, слабенькие. Но все равно попробуем. Так, давай, баги. Ух, какой прыгучий, классно было бы его прокачать. Но сделал ставку я на скорость. Так, давай, баги. Яу, сальто мортальо. Выкручиваем. 3 секунды. Юху! Прямо в стенку врезали. Отлично, сколько на тут жетонов сейчас прилетит. И... Есть! Ребята, 201 жетон. Ну давайте, у нас еще, в принципе, один билетик. Давайте доиграем уже. Я хочу попробовать просто баги. Как он себе поведет, как-то почему-то больше я на ралли на тот сегодня ездил. Так, аккуратненько. Попали сюда. Куда залетим? Есть, сюда залетели на баги. Так, сейчас, как понимаю, надо назад. Будем пытаться прыгать. Так, аккуратненько. Ну, баги, что, залетай, давай заезжай. Ой, как еле-еле-еле-еле заехали. Так, ну что, сейчас вверх надо, да? Ну-ка, баги. Ух ты, какой прыгучий, да? Ну ладно. Я тихо-тихо, ты что творишь, а? А как нам переехать этот холмик? Надо как-то тут горы переехать. А, нет, наверное, надо было, ребята, еще выход подниматься.
Ну ладно. Ай, тут грохнулись. Все, в общем, нас кинуло куда-то на низ. Ну ладно, поехали туда. На финиш. Хотя еще, в принципе, есть топливо, можно попрощаться. Так, стояночка. Давай поворачиваемся, пока есть топливо. Так, пока еще никто не спешит. Куда? Не надо спешить еще. Ладно, пока мы увидим. Сколько? 488. И какое это 6-е место? Ух ты. Неплохо багги тут разруливает. Ну-ка еще, может, попробуем успеем разочек. А я все что-то на раллином авто, да на раллином авто. Играем. Тут багги такие. Леса выдает. Тут мы промахнулись. Так, давайте еще успеем. У нас пока минутка, может быть. Побьем свой рекорд. Давай, багги, аккуратно. Аккуратненько. Тарялочку включаем. Так, спокойно, назад, назад, назад. Все едут назад, да, все правильно, правильно делаем. Тихо. Баги, баги. Ладно, грохнулись мы. Так, давайте быстрее возьмем раллийное авто, может на раллийное авто еще успеем, нет? Тут-ка где раллийное авто? Вот там мы промахнулись. Сколько? 20 секунд, ну. И только себя раллийное авто использует. Так. Аккуратненько. Ну, на раллийном авто как-то намного лучше нравится. Более. Такое мощное, классно залазить на любые корочки. Так, давай назад туда, пока у нас мало времени. Ладно, все, закончилось. Отлично, ладно. Какое у нас тут 14 место? 8 очков. Так, ребята, что? Можем открывать этот сундучок. И да, ребята, у нас новая машина, лунный модуль. Отлично, далее. Что нам еще дали? 50 тысяч монеток, новая краска и немножко всяких плюшек. Отлично, классно. Ну что, ух ты, нам тут еще сундучок бесплатно выберем. Давайте его тоже откроем. Итак, что у нас, ребята, кубки? Гора смерти стоит. Но я думаю, это точно не для этого лунного модуля. Ну давайте посмотрим. Где наша новая тачка-то, а? Так, заходим в гараж. Вот она, ребята. Вот она, новая тачка. Так ее еще и прокачивать надо, точно. Давайте бесплатно прокачаем движок. Так, движок прокачали мы. Ну, пока у нас, конечно, ничего не прокачано, а по деталям что есть. И по деталям ничего нет. Да, будем потихоньку его открывать. Ну, сейчас давайте просто его испытаем с вами. Просто испытаем. Давайте какую-то трассу возьмем. Вообще так, сельский кубок, ну давайте на сельском кубке, просто гонку без места, чисто проверим наш лунный модуль, чтобы не терять рейтинг. Вау, смотрите, какой у нас лунный модуль, а как он, и в принципе нормально управляемость. А, мы же можем на нем еще летать, да? Сейчас зажмем газ и тормоз вместе, и он должен у нас полететь. Давай попробуем. О, что это было? Ну ладно, пока едем. А, прикольно. Классненько. Летаем мы. Вот, возьмем сундучок. Ой, топ-то. Давай, летай. Ух ты. И, ну и, конечно, надо им еще научиться нам как-то играть. А, тут у меня очень много... Раунд, ну давайте здесь посмотрим наш лунный модуль. Да, он слабенький, пока слабенькая скорость. Зато прикольные колеса, да, смотрите, какие у него колесики. Классно, не, мне нравится, тачка такая интересная, устойчивая, по крайней мере. Вот, если ее только прокачать, было бы классно, я думаю. Ну, конечно, прокачивать, это надо сколько денег нам. Этого собирать. Я думаю, мы уже сначала прокачиваем раллийное авто, потом уже какие-то будем прокачивать другие тачки. Да, наш лунный модуль. Вот такой у нас лунный модуль, но он очень медленный. Просто жесть такой медленный, потому что он, конечно, у нас еще без апгрейда. Такое, как мы доехали. Так, идем дальше. Последний раунд. 345 метров надо проехать там, в нашем новом лунном модуле. Давай.
А если прокачать вот эту леталку, вот эту, да, естественно, тут, я так понимаю, лишний не так быстро тратится. Опа! Ну, а теперь я вернулся хорошо, даже не четвертый буду. Это уже неплохо. 100 метров нам еще осталось ехать. Так, вижу только по курсу. О, смотрите, наша... О, у нас колбочка слетел. И мы полетели. Смотрите, круто. Классно, прикольно. Прикольный лунный модуль. Последний, ничего страшного. Классно, мне понравился. Не знаю, как вам. Если мне, ребята, этот лунный модуль нравится. А что здесь можно прокачивать? Мотор, сцепление, вот эти вот ускорители. А это что такое? ИИ. Это микросхема с ИИ изменяет форму машины, чтобы помочь вам быстрее тормозить. Сбираться на более крутые какие-то участки, наверное. Ух ты, классно. Что-то новенькое. Так, может, какие у нас есть раскрасочки. Какие раскраски у нас есть. Не знаю, мне допустим, нравится, ребята, лунный модуль. Пишите в комментариях, нравится ли этот лунный модуль вам. Может, вы уже открыли эту тачку, если да, то пишите, прокачали ли вы ее и вообще как она вам, как ей вам управлять. А с вами был Никита ТВ Геймс, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. В следующих видосиках будем дальше проходить наш Hillclimb вторую часть. Я надеюсь, мы уже когда-нибудь прокачаем хоть одну тачку, уже хочется, чтобы она стала максимального уровня. Ну, пока я сделал ставку, это на раллийное авто. Все, до скорого, пока-пока.